после окончания Второй мировой войны в мае 1945 года специальные команды американских военных начали операцию «Оверкаст» — розыск и вербовку немецких специалистов, занятых в области ракетостроения. Некоторые из них уже находились в плену, других искали по всей оккупированной частями армии США территории Германии. В результате 492 немецких специалиста и 644 члена их семей перебрались в США. Среди специалистов был Вернер фон Браун, крупнейший в мире конструктор жидкостных ракет, генерал Вальтер Дорнбергер, опытный организатор исследовательских и экспериментальных работ в области ракетостроения, Артур Рудольф, будущий конструктор американской лунной ракеты «Сатурн-5» и другие. Американцы вывезли всю техническую документацию, более 100 готовых к отправке в части ракет «Фау-2», боевые стартовые позиции вместе с хорошо подготовленным военным персоналом, занимавшимся эксплуатацией пусковых установок. В этом дележе Советский Союз, такой кровью победивший нацизм, оказался в проигрыше. И все-таки кропотливо, шаг за шагом, советские специалисты из разрозненных осколков составляли целое. В Тюрингии, в лагере Нордхаузен, в подземном заводе, где шло серийное производство ракет «Фау», был создан институт, укомплектованный немецкими сотрудниками. Назывался он «РАБЭ». Скоро и наши специалисты начали работать над тем, что для них было совсем новым – системой управления. В результате сложнейшей напряженной работы удалось собрать 29 ракет А-4, полностью восстановить конструкторскую документацию и инструкции по эксплуатации. Кроме того, были скомплектованы детали и агрегаты для сборки в Советском Союзе еще 10 ракет. Параллельно с работами в Германии, на советской территории в районе села Капустин-Яр ударными темпами строился полигон для испытаний ракет. Сюда летом 1947 года была передислоцирована бригада, в которой служил Георгий Дядин. Естественно, строились только военные объекты, а вот о строительстве жилья для личного состава бригады не было и речи. Мы выехали. Выехало нас 6 эшелонов шло. Вот спецпоезда два этих железнодорожных. Один пошел в Подлипки, Королёва, один к нам в Копьяр. А сказали еще вот что. Говорит, вы поедете на Кавказ, Северный Кавказ. Я думаю, ну, воевал я на Кубани, там места, во, изумительные. Просто как в раю там. И вдруг мы едем, едем, подъезжаем к Саратову, потом дальше. Ничего, глянешь вправо-влево, пустота. Подъезжаем к Копьяру, в Копьяре, значит, что? Один вагончик и саманный домик, станция. И вот, значит, и дорога, эту еще строили, знаете, во время войны. Одна путочка. Досье невидимого фронта. Дядин Георгий Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы, боев за Кавказ, Кубань, Курской битвы, операции «Багратион», боев на Кюстминском плацдарме, освобождение Варшавы, штурма Берлина. Правнук выдающегося российского военного ученого Алексея Васильевича Дядина, генерала от артиллерии, академика, председателя ученого совета артиллерии, впервые в мире предложившего использование нарезной артиллерии. Продолжая дело своего знаменитого прадеда, Георгий Васильевич Дядин во время войны, получивший опыт боевого применения гвардейских минометов БМ-13 «Катюша», стал одним из первых советских военных ракетчиков-стартовиков, полковник в отставке. июня 1947 года Капустин-Яр обрел статус государственного центрального полигона. Правда, условия жизни в Копьяре, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Кто бы мог подумать, что наши первопроходцы в области ракетостроения, работая во имя будущего, исполняя особо важный государственный заказ, жили в бараках, привезенных из концлагеря «Дора». Но они были молоды, поэтому, несмотря на изматывающую работу, жили полноценно, веселились, влюблялись. Там, в Копьяре, и встретил один из первых советских военных ракетчиков-стартовиков Георгий Дядин свою судьбу. Белокурую девушку Риту, которая работала в расчетном бюро. Она жила там и родилась там.
и училась там. И вот она, значит, покончила десятилетку, поступила к нам работать в вычислительный пункт. И когда ездили мы на площадке, вот, и мы ездили с села Копьяр на автобусе, или на сперва Студебекера ходили просто. Студебекер с тентом, а потом уже сделали фанеры. Вот. И, значит, на этой машине я ее встретил. Встретил раз, два, а потом, значит, так. Потом решили пожениться, я никому много не говорил. Отпросился с площадки спуска, грязный весь, этой, в полевой форме, в пыли. А пылища там такая, машина идет сзади шлейф, нельзя ехать сзади, надо километр тащить. Вот, теперь она тоже платит, пришла, зарегистрировались мы. Вот так совсем не торжественно состоялась свадьба двух красивых молодых людей. Да ведь счастье-то совсем не в этом. Тяжелые бытовые условия не помешали им воспитать своих двойняшек, Юрия и Викторию. А Рита, Маргарита Михайловна, всегда была замечательной мамой, верной спутницей и помощницей. В Советском Союзе первый старт баллистической ракеты состоялся 18 октября 1947 года. Ракета поднялась на высоту 86 километров и, практически разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 километров от цели. Первая серия пусков произведена с 18 октября по 13 ноября 1947 года. В этот период были запущены 11 ракет Фау-2, из которых 9 достигли цели, хотя и с большим отклонением от заданной траектории. Два пуска закончились неудачно. На 10 лет, с 1947 по 1957 год, Капустин-Яр стал единственным местом испытаний советских баллистических ракет. Первых 11 ракет А-4 пустили. После этого Королёву приказал этот Сталин создать нашу ту копию точную. Создали ракету Р-1, 8А-11. Потом Королёв одновременно создал еще ракету Р-2, 8Ж-38. Вот эти ракеты пустили. Потом Королёв пустили мы несколько раз собачек в космос. Жучку, кусачку, отважную, вот эту. И, значит, Королёв перешел работать на ТАСС. Как мы говорили, Королёв работает на ТАСС, а Янгель работает на нас. Он начал создавать ракеты для ракетных войск. Ну, это он создавал как раз ракету Р-12, 8К-63, и Р-14, 8К-65. Эти ракеты создавались для пуска как с наземных стартов, так и с шахт. Когда Сергей Павлович Королёв сосредоточился на разработке баллистических ракет, в середине 50-х годов постановлением правительства Советского Союза было создано особое конструкторское бюро номер 586, которое получило производственную базу в Днепропетровске. Бюро возглавил Михаил Янгель. Досье невидимого фронта. Янгель Михаил Кузьмич. Годы жизни 1911-1971. Академик, главный конструктор КБ «Южная». Основоположник нового направления в ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет стратегического назначения. Участвовал в разработке первых проектов ракетной техники. Возглавлял создание ракетных комплексов Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, МРУР-100, Р-36М, космических ракет-носителей «Космос», «Космос-2», «Циклон-2», «Циклон-3», ракетного блока лунного комплекса, космических аппаратов «Космос», «Интеркосмос», «Метеор», «Целина». Дважды Герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии СССР, а также премии и золотой медали имени Королёва Академии наук СССР.
Руководителю конструкторского бюро номер 586 Михаилу Янгелю было поручено создать боевую ракету с дальностью полета до 2000 километров и ядерной головной частью. 2 года ушло на разработку проекта и постройку опытной серии образцов новой баллистической ракеты средней дальности, получившей обозначение Р-12. В начале лета 1957 года специальный эшелон с новым изделием прибыл на полигон Капустин-Яр, площадка номер 4. Испытания ракеты проводились в 3 этапа. Всего было подготовлено и запущено 25 ракет. К первому полету Р-12 готовил расчет, составленный из опытнейших специалистов ОКБ и испытателей полигона. На стартовой площадке находился и главный конструктор Янгель. 22 июня Р-12 уверенно взлетела. Несмотря на явный успех, были обнаружены недостатки. Требовалось найти надежное техническое решение для того, чтобы отделение головной части от носителя не влияло на точность стрельбы. В сентябре 1958 года состоялся показ ракетной техники членам ЦК КПСС и советского правительства. Его начали с ракет Р-12. Все пуски прошли успешно. 4 марта 1959 года боевой ракетный комплекс с баллистическими ракетами средней дальности Р-12 был принят на вооружение. Именно эти ракеты стали основным оружием созданных в декабре 1959 года ракетных войск стратегического назначения РВСН, нового вида вооруженных сил СССР. Создание высокозащищенных шахтных ракетных комплексов и их серийное производство было задачей исключительной сложности. Здесь все происходило впервые. Ученым и конструкторам пришлось решить многообразные технические проблемы. Позже, в 1964 году, шахтные стартовые комплексы для ракет Р-12 и Р-14 приняли на вооружение советской армии. А тогда, в конце 50-х, перед сотрудниками КПЯРа были поставлены новые задачи. Об этом смотрите следующий фильм «Невидимый фронт».